Мир всем, друзья, с вами я, Вектор, и у нас уже пятый обзор из 14 на первую на серию от компании Brick Century Military. Среда, первый обзор из двух на сегодня. Это у нас набор под артикулом 0278 под названием «Бронетранспортер». Погнали! Что ж, рассмотрим инструкцию более детально, собственно, сам набор его мы рассмотрим позднее. Открываем инструкцию, раскладываем ее как-то так вот аккуратненько. Боже мой, она еще больше, чем предыдущая. Да, тут много всего, даже не знаю, на что посмотреть. Итак, у нас в наборе будут две фигурки, офицер и солдат классический. Так, 14 пункт, переворачиваем и заканчиваем собирать модель на 21 пункте. А башню мы собираем, вы не поверите, всего лишь за 5 пунктов. Это просто жесть, Брик, как же быстро ты собираешь свои наборы. Та-та-та-та-та-тан, друзья, вот наш бронетранспортер, очень круто выглядит, он подойдет этот набор буквально всем и каждому, об этом позднее, а пока что давайте рассмотрим его более детально. У него 6 колес, по 3 с каждой стороны, и над ними есть вот такие вот отверстия для того, что если он вдруг проезжает по воде, я так понял, задумка у Брик была такая у дизайнеров, чтобы вода сюда выливалась и машина не портилась. Катается он отлично, все супер, по какой-то неровной поверхности, по тому же коврику отлично может проехать, вот такие вот, в общем-то, дела. Смотрим далее, по всему периметру идут вот такие вот скосы, вот такие вот плиты здесь с принтом камуфляжа. Очень крутые элементы, мне очень они нравятся, здорово здесь смотрятся, ну просто отлично, я обожаю эти детали. Здесь у нас спереди две красные фары и принт со звездой. Тут у нас с обоих сторон, тут и там есть вот такие вот черные трубы, они дизайн очень дополняют и классно смотрятся. А здесь у нас люк, в люке хранятся патроны, 6 штук, насколько я помню, и я один уже заранее вытащил, чтобы не возиться. И давайте вставим его в дуло. Взводим, а я уже взвел, давайте еще разведем. Вот, и давайте попробуем выстрелить. Так, ладошку поставлю, чтобы не потерялся. Оу, обычно они стреляют мощнее, но тут уж как повезет. И это еще зависит от того, насколько сильно вы отвели. Вот такая вот у нас пушка, крутая башня. Кстати, сама башня очень здорово поворачивается на 360 градусов. Вот здесь у нас стоит офицер и солдат, который стреляет из дополнительного пулемета. А, пулемет, насколько я помню, он еще поворачивается, да-да. Тут специально детали есть элемент, который его поворачивает. Сзади у нас есть башня. Точнее, защита на башне. Здесь вот такой вот элемент, очень интересный. Он есть еще в одном наборе, и он очень-очень классный. Мне нравится вот эта деталь. Вот, здесь у нас антенна. А также вот такая вот небольшая подсветка, пара сигнальных огней. Панзер 0278, артикул. Башня крутая, здесь можно несколько фигурок разместить, но это, друзья, еще не все. А сзади есть вот такой вот элемент, такая вот заслонка, она здесь не просто так, сейчас я открою и покажу, что там внутри находится. Открываем, там, такой вот трап у нас получается, и отсюда куда поехала? Во, вылезает машинка, ура, блин, машинка крутая, маленькая, интересная, прикольная, спереди фары, радиаторная решетка, руль и вот такие вот защитные слонки, очень-очень здорово выполнено. Давайте попробуем посадить сюда мне фигурку того же офицера, иди сюда, сказал, так, присаживайся. Вот таким образом, и он может ехать, смотреть в бинокль или ей управлять. По-моему, это реально классно, машинка крутая, круто, что вообще сюда добавили эту функцию, чтобы можно было ее достать, эту машину, и куда-то поехать, если вдруг танк, не дай бог, повредился, можно будет спокойно уехать с места происшествия. Вот такая вот тема, друзья, набор крутой. Вот серьезно, посмотрите на дизайн, посмотрите на функционал. Об этом мы как раз поговорим в итогах. Завершаем. Друзья, тут нечего добавить, набор получился шикарный и подойдет буквально для всех. В отличие от моего прошлого обзора на ракетницу, смело заявляю, этот набор просто идеально подойдет для абсолютно всех. У него классный дизайн, следовательно, он круто будет смотреться на полке. У него отличные функции, а также с ним можно классно поиграть, вследствие чего. А также разобрать на детали, да, здесь много чего интересного есть, можете для самоделок себе взять. Добавить нечего, набор крутой, смело берите, но мне с вас остается только попросить поставить двойной лайк, это когда вы ставите лайк, но я его воспринимаю как два, вот лайк за набор и лайк за обзор на него. Подпишитесь на канал здесь впервые, зовите друзей, чем нас больше, тем круче. Друзья, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, всем мир, до вечернего обзора.